На пчелку? Пойдем. Да. Давайте, давайте. На пчелку? 18. Пчел, ходил, что ли? Два. Я и то не знал, что 18. Фантастика. Да. Пчелка с моей. Thank you.
Викторович, скажите, ну вот ребята приехали в Новомосковск на Кубок Еврахима 2018, это уже кубок международный, и вот что вы ожидаете вообще от нашей команды, насколько ребята настроены на игру? Ну, для этих ребят международный турнир — это первая в их жизни. Готовились к этому турниру, отыграли мы открытое первенство Ленинградской области, где заняли третье место. Весь сезон готовились, сейчас у нас небольшие, прошли там недельные сборы, у нас земля была, лед был, готовились к этому турниру. И настрой очень боевой, потому что первый раз в жизни международный турнир, это игры с иностранными клубами, это общение с иностранными людьми. Я думаю, что будем выглядеть достойно.